Всем добрый день. Я хотел бы в первую очередь вас, коллеги, поблагодарить за то, что вы в это непростое время находите, скажем так, какие-то ресурсы, какие-то силы для того, чтобы преодолеть все эти трудности. Вот, но трудности нас ждут еще впереди, поэтому я всем вам настоятельно рекомендую поберечь себя. И, собственно говоря, почему мы выбрали такой формат? Мне кажется, это будет наиболее оптимальный формат для того, чтобы мы могли с вами синхронизировать свои мысли и в первую очередь понять, что действительно на сегодняшний день нас интересует больше всего. Какие действия вам всем нужно предпринять? Мы понимаем, что сейчас в ближайшее время до 5 числа как минимум мы будем сидеть все на каникулах. Поэтому у меня убедительная просьба. Отложите какие-то свои поездки, которые, скажем так, еще до сих пор у вас вот на сегодняшний день там не решен по ним вопрос. Имеется в виду какие-то турпоездки, потому что я знаю, что даже мои коллеги на сегодняшний день обсуждают, там, может быть, мне уехать куда-нибудь и так далее, и так далее. Пожалуйста, убедительная просьба. Все-таки останьтесь дома. Не делайте каких-то лишних телодвижений, которые, скажем так, вам потом, не вам, может быть, даже, а вашим близким могут потом аукнуться. Но элементарно, все мы можем являться носителями этого вируса. Да, и для нас, возможно, для молодых людей, он, скажем так, будет менее опасен, чем для наших пожилых родителей или, собственно говоря, наших бабушек, дедушек. Поэтому у меня большая просьба. Поберегите их. Ради них, пожалуйста, останьтесь дома. Ну, про то, что необходимо мыть руки, про то, что, собственно говоря, нужно предпринимать какие-то действия по там, личной гигиены и так далее, я это даже не буду обсуждать, вы это и так знаете без меня, об этом уже много-много всего говорено. Но вот у меня убедительная просьба, пожалуйста, постарайтесь до 5 числа посидеть дома. Чем можно заняться дома? Да куча вещей, которыми можно заняться дома, элементарно. Почитайте книги, очень много хороших книг, на которые наверняка у вас не было времени. Вот сейчас у вас есть уникальный шанс взять, открыть эти книги и прочесть. Я понимаю, что все вы перегружены теми заданиями, которые вам прислали преподаватели. Это в том числе время, в которое можно все взять, аккуратненько разложить по полочкам, структурировать и понять, что можно сделать в первую очередь, а что можно сделать во вторую. Найдите время для хороших фильмов, найдите время для каких-то непродолжительных прогулок там, где желательно, конечно же, нет никакого скопления людей, потому что свежим воздухом дышать нужно. Сейчас прекрасные теплые дни наступили, поэтому я думаю, что в эти дни можно куда-то выйти, подышать свежим воздухом. Но у меня убедительная просьба, воздержитесь от каких-то массовых занятий чем-либо. Неважно, там, собственно говоря, это фитнес или там что-то еще, хотя фитнес-центры мы знаем, что все закрыли, но тем не менее я знаю, что кто-то объединяется в группы и устраивает какие-то совместные пробежки или что-то еще. Поэтому большая просьба, все-таки побудьте дома, берегите себя, я желаю вам оставаться здоровыми, я желаю вам не столкнуться с какими-то большими потрясениями в будущем, я верю, что мы с вами все преодолеем, я верю, что мы с вами сделаем из текущей ситуации все выводы, учтем их. И в будущем вся обстановка наша в университете и у вас, она будет только идти, ну не то чтобы на поправку, но на улучшение, скажем так. Вот, поэтому я прошу вас всех беречь себя, остаться дома. И самое главное, ребята, берегите себя и своих близких.